Друзья, мы рады видеть вас. А перед началом просмотра не забудьте подписаться на наш канал. На 60-м году ушел из жизни американский киноактер Рави Лисянов. Он родился в Воскресенске Московской области. В 1990 году окончил школу-студию МХАТ, курс Александра Калягина. Одновременно он 3 летних периода Исьянов учился в Оксфордском филиале Британо-Американской драматической академии. В том же 1990 году Исьянов отправляется в Великобританию по приглашению Валлийского театра «Клуит». В 1991 году эмигрировал в США, активно снимался в американских фильмах. Исполнил роли в фильмах «Баффи. Истребительница вампиров», «Шакал», «Приключения молодого Индианы Джонса», «Шпионские игры. Кот Омега», «24 часа. Мистер и миссис Смит», «К-19 и другие». Не забудьте подписаться на наш канал, чтобы не пропускать свежие выпуски.